отель Беладжо. Тут концепция Fun & Sun Family. Аптека рядом. Спасибо. Свежий отель, обновленное лобби, лобби-бар, приветственные напитки. Заселение в 2 часа, выселение в 12. Отель полностью обновлен в 2019 году, но сейчас еще до сих пор идут ремонтные работы. Отель построен в 2007 году, но буквально 3 месяца назад к нему добавили концепцию Tui Fun & Sun. То есть он стал семейный, его полностью реновируют, детская концепция хорошая, новый детский клуб, где с детками занимаются, называется Тукан. Что здесь? Лобби-бар, который я показывала, он работает до 12 ночи. Единственное, что категория Superior, которая находится в отдельно стоящем здании, она еще не обновлена, но они до этого обновлялись в 2019 году. Ну, то есть старых номеров здесь в принципе нет. Все номера или обновленные, или те, которые обновлялись в 2019 году. Wi-Fi хороший, работает везде. Ну, покрывает практически 90% зоны территории отеля. Три а-ля карта. Клиника в отеле, ну, как медицинская комната, японский ресторан. Алкоголь здесь хороший, не импортный, но очень хорошего качества. 6 видов алкоголя. Бассейн, один из них подогреваемый. В отеле 7 взрослых горок, 7 детских. А где, ну, как аквапарк. Чуть дальше находится, ближе к морю. Делюкс. Минимальная категория номера. Халаты, тапочки, мини-бар заполняется в первый день. Потом добавляют только воду. То есть, если вам ставят и вы выпиваете, вы уже за это будете дополнительно оплачивать. Номер Connect, одна большая кровать двухспальная, King, и вторая комната, две кровати. Снэк-бар.
я как поняла, 7 горок. Это считаются вот эти все маленькие горочки, которые вы видите перед собой. То есть, по сути, это мини-аквапарк. Номера, которые выходят, первый этаж, выходят прям на прогулочную зону. То есть вечером здесь, конечно, некомфортно будет сидеть, потому что мимо вас будут проходить просто толпы людей. А вот еще один аквапарк детский. Детский клуб. Даже не обращают внимания. Да, они, по-моему, не понимают. Можно я не понимаю? Малыши. Я типа фоткаю, что ли, как я. Тут с детьми занимаются, им очень интересно. Рисуют развлекательные программы, игры. Вот. Дети смотрят мультики, новости. В детском клубе есть бэби-кот, то есть можно оставить ребенка, чтобы он поспал у вас здесь, самый маленький. Номера бунгало, они выходят прям с видом на такую речку, мелководье, но купаться здесь нельзя. Территория вытянутая, узкая, но достаточно большая, длинная. Мост. Вот номера, которые выходят на бассейн. Один общий бассейн. Здесь можно, в принципе, поплавать достаточно на большое расстояние. То есть где-то 300 метров, наверное, бассейн, который выходит в зону, где детские горки. И вот еще одна детская зона. Маленьких деток, где-то глубина 30 сантиметров. И здесь банный пляж. Наверху и взрослый аквапарк. Взрослый аквапарк, 7 горок. То есть тот, что аквапарк мы видели в начале, это все-таки был детский аквапарк, который разделен на несколько зон. А здесь уже отдельно взрослый. Есть на песке детская площадка и вот такой пляж. Лежаки без матрасов. Ну вот с одной стороны пляж выглядит вот так, то есть отлив и не очень красиво. Просто аквапарк, бассейн, лежаки, а вот здесь еще и детский аквапарк тоже рядом в форме корабля. И другая сторона пляжа. Лежаков много, я думаю, что если это будет сезон и отель будет полностью заполнен, то всем достанутся лежаки. Понтон. Понтон на данный момент закрыт. Его будут реновировать, но для того, чтобы получить разрешение на реновацию, это должно дать государство. На данный момент они запросили разрешение на запрос на ремонт, но пока его не. В принципе, здесь вход достаточно хороший. С одной стороны отлив, может быть, с другой стороны вход нормальный, для детей вполне.
качели в море. Ну, то есть для того, чтобы поплавать, нужно будет достаточное расстояние пройти. Или когда сделают пирс, уже можно будет спокойно плавать. Это ресторан около бассейна. Тут напитки, соки, питание, как шведский стол. Ресторан тоже полностью обновлен. Все новое, мебель новая, посуда новая. Все очень чисто, аккуратно. Но учитывая, что это отель четверка, очень даже приличный, с такой концепцией, советую всем. Пул-бар, сувениры, фото. Есть лежаки, как на втором этаже. То есть они не выходят в бассейн, просто вы поднимаетесь более уединенно. Это ресторан «Бистро». Этот бар, который работает 24 на 7. То есть круглосуточно вы можете здесь покушать, выпить чай, кофе, прохладительные напитки, сладости, хлебобулочные изделия. Это бар для курящих. Телевизоры, можно посмотреть какие-нибудь матчи или просто провести вечером время. Это спа. Парикмахерская, тренажерный зал. В данный момент еще идет реновация детского ресторана, то есть будет kids-ресторан. Пока он закрыт, но в скором времени уже его отреновируют. Можно будет деткам там кушать.